имя Александра Невского – одно из самых славных и важных в истории нашей страны. В разные периоды времени Александр Невский имел титул князя Киевского, Новгородского, а впоследствии великого князя Владимирского. Главные военные победы Александр Невский одержал еще в молодости. На Невской битве в 1240 году ему было 20 лет, на Ледовом побоище – 22 года. Александр Невский славится как князь, который не проиграл ни одного военного сражения. Александр Невский прожил 41 год. В первую половину жизни он защищал русскую землю на поле брани. Во вторую спасал Русь мудрым смирением. Он совершил два равновеликих подвига, за что и был причислен церковью к лику святых. В 1280-х годах во Владимире начинается почитание князя Александра Невского как святого. В 1547-х годах он был включен к числу святых, память которых отмечалась во всех русских православных церквях. Имя Александра Невского стало символом боевой доблести. Оно вдохновляло соотечественников накануне Куликовской битвы и во время набега крымских татар. Говорят, что Александр Невский помог Ивану Грозному взять Казань, а Петру Великому победоносно завершить Северную войну. Особенно часто вспоминали Александра Невского, когда шла война со шведами или немцами. В 1710 году по указу Петра I было решено увековечить память об Александре Невском в Санкт-Петербурге. Мощи его по велению Петра I были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург по Александро-Невскую лавру, где находятся и сейчас. В 1725 году Екатерина I учредила орден Александра Невского, одну из высших наград в Российской империи, которая существовала вплоть до 1917 года. Орден Александра Невского был второй по степени после ордена Андрея Первозванного. В памяти людей навсегда осталось имя великого князя Александра Невского. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году был учрежден орден Александра Невского. Более 42 тысяч командиров дивизий, бригад, батальонов, полков, взводов закончили Великую Отечественную войну кавалерами этого ордена. Русский народ хранит память об Александре Невском, защитнике земли русской. Его знаменитая фраза «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» отражает весь дух русского народа.